Всем привет, это Вася из Нью-Йорка. Поговорим о моих личных наблюдениях по поводу цен в Америке и в Нью-Йорке конкретно. Я в Америке уже больше 2 лет, в Нью-Йорке я 2 с лишним года. Так вот, 2 с лишним года назад я сюда приехал, и яйца стоили 99 центов и выше. И сейчас, спустя 2 с лишним года, яйца стоят 99 центов и выше. Инфляция настолько мизерная по сравнению с Россией, что ее практически незаметно, а на некоторые товары инфляции не было вообще. Да, что-то подорожало, люди говорят, но это такой мизер, что, простите, это действительно для простых людей-обывателей практически незаметно.